Сегодня день воинской славы России, день снятия блокады Ленинграда. В Дагестане проживают 11 человек, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда. Блокада длилась 900 дней и стала самой кровопролитной осадой в истории человечества. К 27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов сломали оборону немецкой армии. Так, 27 января стало днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Это событие встретили праздничным салютом. За 900 дней блокады жители Ленинграда, несмотря на бесчеловечное унижение со стороны фашистских войск, все же проявили стойкость и выдержку. Не дали прорваться оккупантам на другие участки обширного фронта. Руководство страны и республики высоко чтит их заслуги. В Дагестане внимание к блокадникам всегда было особенным. Все они получают необходимую социальную помощь.